В деревне Петрушино состоялась встреча заместителя главы администрации Ленинского района и начальника управления дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта с жителями. В ходе беседы обсуждался дорожный вопрос, который волнует местное население. Жители деревни активно голосовали на портале «Добродел» за ремонт своих дорог и получили такую возможность. На встрече они предметно обсудили план и сроки работ. Мы рассчитываем, если все пройдет нормально, если будут участники и, так сказать, все пройдет без боев, что где-то к концу апреля, начале мая мы уже выйдем на подписание договора. Примерный старт дорожных работ назначен на вторую половину мая. В ходе ремонта будет проведена смена покрытия на двух дорожных участках. Все работы планируют закончить в максимально короткие сроки. Мы обсудили вопросы, которые попадают у нас объекты под ремонт в этом году, объекты дорожного хозяйства. У жителей понимание есть по самим объектам. Однако по ходу встречи жители задавали вопросы и по другим объектам, которые также требуют обновления. Например, спортивная площадка. Наш президент Владимир Владимирович поднимал вопрос о спортивных, так сказать, мероприятиях на местах, и чтобы люди более были привержены спортивному, здоровому образу жизни. Мы бы хотели, чтобы вот у нас сделали спортивную площадку, всепогодное покрытие. И этот, и другие вопросы жителей были услышаны. Работы по ним обещали запланировать на следующий год.